увидеть своими глазами лабораторные опыты, послушать лекции ведущих ученых, посмотреть тематические фильмы. В Новосибирске стартовали Дни науки. 5 дней Института Академии наук будут открыты для всех желающих. Задача организаторов – показать, что новейшие разработки – это всегда интересно. В этом убедилась и наша съемочная группа. Звездные воины прямо в лаборатории. Вместо лазерных мечей – лазерные указки. Ученые-джедаи демонстрируют, как с помощью стекол защитить свой космический корабль. Наглядно и доходчиво. Только так можно заинтересовать наукой молодое поколение. Наглядно объяснял и показывал, как вот обычно в окружающем мире, вот в обычном бытовом, встречается физика и как этим делом можно управлять, прогнозировать. Вот. Ну и, соответственно, придумывать что-то новое, что раньше ты не замечал. Агитировать за науку ученые будут в течение 5 дней. Для школьников открывают двери института в Саран. Каждый желающий сможет увидеть уникальное оборудование в лабораториях, задать вопросы академикам. Вот лазерные технологии всякие, ядерная физика. Это интересно очень. Эти выставки позволяют увидеть, какая работа ведется в институтах, какие там разработки, что все это идется на пользу стране. В свою очередь ученые приглядываются к потенциальным кадрам. Самых способных и любознательных пригласят на занятия по физике, химии и математике. И потом начинаем стараться заманить себе в каждый институт. Очень хорошо в этом направлении работает институт ядерной физики, институт теплофизики, институт катализа. Причем мы отслеживаем этих ребят уже в физмат-школе, затем отслеживаем их в университете. После того, как они поступили в университет, мы их со 2-го, 3-го курса уже забираем в институт. Дни науки пройдут в выставочном центре Академгородка. Именно здесь собраны уникальные экспонаты. Сегодня работает выставка «Голограмм». Как получают трехмерное изображение, ученые рассказывают, возможно, своим будущим коллегам. Елена Подкорытова, Евгений Агеев, новости ОТС.